Очень рада вас видеть. Очень рада, что посетили сегодня замечательный этот клуб, который я очень люблю. И сегодня вообще очень такой приятный для меня концерт, потому что я сегодня буду, наконец-то, снова услышу и буду играть, петь вместе с великолепными музыкантами, с которыми, с некоторыми из которых я давно не виделась, вот, но очень скучала. Поэтому, пожалуйста, давайте будем максимально в диалоге, никакой серьезности, потому что джаз — это, конечно, блюз, тем более, это, конечно, полнейшая свобода состояния. Вот, все, ничего серьезного. Спасибо большое. Я представлю с удовольствием всех музыкантов. Армен Мирабов, фортепиано. Петр Ившин, барабаны. Антон Давидянц, бас-гитара. И у нас сегодня в гостях, и мы сегодня будем вместе играть музыку, с удовольствием представляю гитариста Евгений Уваров. Меня зовут Марьям. Все, будем разговаривать. Начнем традиционно с Basin Street Blues. Леша, добавь, а? Чувствительность. Еще не зачала, мне уже жарко. Нет, это лето. The band that meet us.
следующее произведение, наверное, навечно останется в моем репертуаре, потому что одно из самых светлых песен из репертуара, можно сказать, певица, на которой я училась какое-то время назад. Потёрство. At the test of time. Thank you.
George Gershwin, The Man I Love. Посвящается нашим мамам. Но я через призму своей мамы, потому что она просто очень любит эту песню. Я все думаю, мама. Я говорю, как странно, моя тоже. Someday he'll come along. Man, I love. And he'll be big and strong. Set up.
Спасибо большое. Я обожаю эту песню. А мы все-таки сделаем из нее рок-н-ролл в конце. Классно. Ну давай тогда по блюзу. Blues for my lordy mama. Нина Симона. Thank you.
Петр Ильшин, Рама, Антон Давидянц, Базгитар, Евгений Убаров, Гитара, Армен Мирабов. Хорошо. Я удаляюсь ненадолго и скоро вернусь, потому что я тоже хочу насладиться мужским разговором. Подслушать. Самбо жизни. Автор жив, здоров, слава Богу. Армен Мирабов. Thank you.
Петр Юшин. Антон Григорьев. Евгений Уваров. Емельянов. Wave.
Петр Ившин, барабаны. Армен Мирабов. Фортепиано. Да, как же существовать-то? Такой кайф на сцене. Как бы не улететь. Я думаю, что уместно будет Love of Mine. So sad. I want to try something I've never had. Never had a kissing. Oh, what have I missing? Love of man of world can it be? The night is cold. Thank you.
Композиция называлась «Соузи», потом «Гридят», Петр Люшин, Виктория Вара. Следующая композиция называется «Папа пришел». Thank you.
Thank you.
Waiting sweet.
Петр Рыбшин, барабан. Невозможно, настолько непостижимо, конечно, это магия. Мы совершенно не знали, что сейчас будем делать. Ну, впрочем, как и весь концерт. Потому что вот в этом самое, конечно, заключается для меня счастье большое. Не в заученности, а вот в этом, что мы примерно знаем, как все начинается, совершенно не знаем, чем все закончится. Кайф? Ну, не знаю. Я сейчас сдала, да, все? Да? А, все коды. Тогда, слушай, а ты помнишь год-два еще один? Вдруг? Ты помнишь, я мастер Йода. Помнишь? Сейчас ты послушаешь. Это очень быстро, обычно. Который называется «Год, два и еще один». Год, два и еще один, скрипнул ключ в замке, ты пришел один. Год, два и еще один, так приходишь ты. Скрипнул ключ в замке, ты пришел один. Год, два, еще.
тропке ты пришел один, папа еще один. Так приходишь ты с клювами. Yeah.
Армен Мирабов. Антон Давидянц. Петр Рыжий. С радостью сегодня делили это пространство. Спасибо большое. С Евгением Уваровым. Я всю дорогу помню.